Исцеление ладоней, а также фаланг пальцев, если у вас нарушается кровообращение, то нужно прибегнуть к ударному массажу. Этот опыт я приобрел от Александра Тимофеевича Агулова, который показал в одном из своих видео, как он научил охранника восстанавливать болящие суставы на ладонях. Я покажу вам сейчас, как я это делаю. Включу метроном, который бьет в ритме сердца один удар в секунду. И буду ударять в этом ритме. В последующем я сделаю серию фильмов, в которых я буду петь мантры и молитвы в ритме 8 ударов сердца на вдох, 8 ударов сердца на выдох. Сейчас я делаю такое введение общее ко всей серии следующих, затем видео с мантрами и молитвами. Сейчас я петь не буду, я буду просто дышать. 8 ударов сердца на вдох, 8 ударов сердца на выдох. Это называется полное дыхание йогов в ритме сердца. Это упражнение надо делать долго и часто. И суставы, фаланг пальцев исцелятся за счет улучшения кровообращения и освобождения от солей. Oh.
Аллаху Акбар.